Рабочая неделя для главы Ленинского района Сергея Кошмана началась с инспекции отремонтированных образовательных учреждений города Видное. Он посетил 7-ю школу и 42-й детский сад «Родничок». Этим летом здесь был проведен капитальный ремонт. По итогам проверки глава выявил недоделки и дал распоряжение устранить их в самое ближайшее время. Подробности в репортаже Юлии Погосьян. Первым пунктом, который посетил глава, стала школа номер 7. Здесь были проведены колоссальные работы по замене окон, трубопровода, напольного покрытия, сантехники и многого другого. Все учреждение подверглось капитальному ремонту. Напомним, что строители опоздали со сроками сдачи этого объекта. Но после того, как в конце августа Сергей Кошман в ходе очередной инспекции выявил большие недоделки, все было устранено. На этот раз к приезду главы школа функционировала в полном объеме. Точнее, почти. Директор школы показала обновленные светлые классы, красиво разукрашенные самими учениками коридоры, а вот в туалете, как оказалось, гордиться было нечем. Не успели доделать его, а потом выяснилось, что и новых дверей все еще нет. Надо исправляться, понимаете почему? Потому что это ваша характеристика, директор. В детском саду «Родничок» ситуация оказалась еще хуже. Одно из главных мест дошкольного образовательного учреждения – пищеблок – недокомплектован. Нет противней, не работает духовой и паровой шкафы. По этим и многим другим причинам садик до сих пор не может принять детей. В целом работы произведены большие, мы это понимаем. Но вот эти вот мелкие недостатки, они жизнь отравляют. А значит, необходимо их устранить. В завершении проверки глава указал директорам обоих образовательных учреждений на ошибки и недоделки, дал соответствующие распоряжения ответственным лицам от администрации и поставил жесткие сроки для их выполнения. Юлия Погосян, Евгений Петров, Елена Кошлева, Видное ТВ.